чё, бля, милый? Чё двинули? Ты чё, бля, опуха щем на туре? Настрём! Бугор сказал, если сыря какого прощёлкаем, спросит как суп. Всё, бля, без базара, двинули. Закрывали хлебало на, а то мне от всех порешуток на. Это тема затопленной станции. Гнилая мне тема, короче, пацаны так и жмурятся. Семеро уже нахрен. Реально тухлая тема. И главное западло, норы затыкать без толку. Там в том туннеле вообще реально западло на подстое. Нас тогда пятеро шло, мечи со всех трех стволах над фонарями. Мы как за поворот чисто зашли, все существенно начало, впереди чисто туманно какой-то, только черный, сука, понял? Мы в него раз и фонари все сразу багровая шляпа накрылись, сука, ты понял? Я пацанам чисто шо западва, типа вы тут как, чё мне? Они такие, ах ты супер, шукер, братва! Братва, сучки, братву валят! Лови, козлина! Возьми! Возьми! Пацаны, натянем сучару! семью в лагерь. Если сдался, значит предатель. Папа не предатель, папа герой! Герой, герой. Конечно, герой. Что называется, классика. Безотказная машина. Нас всех переживет. Понадобится оружие, приходи. Я пока никуда не дену. сразу! Снега наверху начали таять. Теперь к традиционным дрезинам добавились лодки и рыбаки. Один из них появился как нельзя кстати. Скоро будем на Венеции. Павел, скорее всего, уже там. Я вообще-то редко в этот туннель захожу. Дернул черт за ногу. Я же рыбак. Думал, тут клюет. Бревно! Ах ты ж ёперный порядок! Парень, ты это... Будь осторожен! Эта вода опасна! Там не только рыбы живут. Ну, скоро увидишь, кто там живет. Если кричу бревно, хватайся за поручень. Вот этот тоннель ведет к площади Революции и Красной линии. Сегодня, когда рыбачил, оттуда какая-то лодка прошла. Серьезные люди, не беженцы. Теперь не шуми шибко. Они этого не любят. А это их мир. Ишь, разлеглись, падлы. Тихо, тихо. Мы вас не трогаем. Хрен их знает, из чего они мутировали. Мы их креветками в шутку кличем. На вид они, конечно, жуть. Но мясо просто ума нет. Особенно под пиво. Не часто такое случается. Вот же угораздило. Подземная Венеция. Остров, который стоит на темных пещерных реках. У подземной Венеции дурная репутация. Говорят, фу, вроде прорвались. Ты там не заснул, парень? Ну как тебе местная рыбка?